фута, то тоже неплохого качества. Так, друзья, смотрите, пришла у нас партия кровли на три крыши. Сразу сейчас на три крыши развезем. Вот так вот все это выглядит. Это 4,40 длина у нас. Сразу длинную заказали. До 6 метров запросто можно заказывать. Один лист будет. Единственное, с доставками только там как решать надо. Ну и там вот такой вот у нас пачка будет. Это металлочерепица, там профиль. Все, сейчас разгружаемся, едем. Это на один адрес, и там еще на два адреса. Все четко, упаковка, все четенько. На следующем адресе выгрузили очередной профиль, профнастил кровельный. Это будет на крышу, на баньку. 20-я волна, цвет графит. Тоже 0,5 железо, толщина. Уже вот все припорошилось. Так, короче, очередной адрес разгрузили. Это у нас третья крыша. Коричневый у нас профиль. Для кровли, двадцаточка, с капельником идет, все четенько. Железо 0,5, причем честное 0,5. Некоторые друзья обманывают в этом плане. У нас нету. Все, как-то так. Так, друзья, ну еще раз, уже опять у меня на доме. Вот такое железо. Пленочки завернуто, но оно не все в пленке. Это металлочерепица. Там у нас металлопрофиль был на крышу на два адреса. Привезли. Толщина 0,5. Цвет может быть любой. На ваше, как говорится, усмотрение. Ну и, собственно, к чему я все это говорил. Кто давние-то подписчики видели, что мы ездили на предприятие, нас приглашали по изготовлению вот этих металлоизделий различных. На кровлю, на заборы, металлочерепицы, металлопрофиль, также металлические делать заборы, всякие там видов дофига, цветов дофига, видов дофига. Дофига — это русское слово. В общем, кому интересно, можете мне в личку писать, у меня будет под видосом ссылка ВКонтакте. Пишите, кому нужно кровлю на, допустим, на дом, на баню, на какое-то изделие ваше, или забор хотите сделать, или же палисадник сделать, штакетник, металлический штакетник, тоже несколько видов. Цвета различные есть, толщина честная, которая нужна, заявлена 0,45, 0,45, 0,5, так 0,5 можно сделать. Также можно сайдинг дома обшить, сайдинги различные виды есть. То есть связывайтесь со мной, можно будет все это заказать. Доставка там по всей России можно решить, потому что у завода несколько филиалов по всей России есть. И будет ближайшее. Все это посчитать можно, прикинуть. Если интересно, можно будет заказывать. Все, ссылка под видосом. Пишите мне, будем связываться. Кому надо, заказывать будем. Всем удачи.